Всем большой привет! Уже видите по макаронкам, что я была в фикс-прайсе. Примерно раз в месяц я попадаю в этот магазин, даже если точнее, раз в 3 недели, когда иду выкупать Avon. Фикс-прайс рядом с этой центральной почтой, и я туда захожу. Макаронные изделия всегда беру в фикс-прайсе, они мне нравятся, 25 рублей пачка. Ну, я не знаю, что про них еще сказать, мне кажется, каждый раз я уже весь YouTube посадила на эти макароны. Но они хорошие, из твердых сортов пшеницы действительно, варятся хорошо, не развариваются, замечательные. Сейчас меня кто-нибудь спросит, Света, где Лисма? Не переживайте, Лисма со мной. Взяла 4 пачки, как всегда. Этот чай замечательный. Но для тех, кто любит пакетированный, то есть если вы любите заваривать дорогой, хороший чай, то, конечно, этот уступает. Но если в пакетиках пьете, и вы люди среднего достатка, то он хороший. То есть чай 25 рублей пачка, очень хорошего качества получается. Ну, насколько это возможно для такой цены, цена-качество, в общем, соответствует. Очень удивилась в этот раз, если далеко не уходить от темы чая. Вау, я только сейчас заметила, что я взяла разные. Ристон, там был чай Ристон, посмотрите. Я думала, что я взяла 2 зеленых, смотрела, есть ли другие какие, но не разглядела. А вот сейчас смотрю, что были, оказывается, и черные. Я бы взяла, конечно, Ристона больше, а Лисму бы я не брала бы в этот раз. Оказывается, вот посмотрите-ка, я думала, 2 зеленых взяла. Ну, сейчас продегустируем черный цейлонский, и я думаю, можно будет вернуться и взять еще, если все в порядке. Потому что вот сколько он стоит, я сейчас в чеке гляну. Чай, чай, чай. Ну, тут уже одна пачка 50 рублей. Вот Ристон. Черный и зеленый. 1,50. Вот. То есть он тоже, цена-качество, конечно, будет соответствовать. Если это 25 рублей одна пачка, то тут 50 рублей. Ну, я даже рада, что у меня получился и черный, и зеленый. Вот разглядела я это только сейчас. Исхоз. Новые корзинки вот такие завезли. Так, как вам показать, она достаточно большая. Вот такая. Они мягенькие. То есть я вот, знаете, в нее набила продукты и несла бочком, и она немножечко деформировалась. Ну, она выровняется, конечно. Я ее хочу использовать как корзину для хлеба. У меня стоит маленькая корзинка, куда я там пакетики с хлебом складываю. Но это будет гораздо лучше смотреться и как-то вот симпатичней. Ну, в общем, решила я. И тем более в эту же корзинку я часто вот пакетики с печеньем, вот с такими вот продуктами, пряничками кладу. Вот. Давайте ее вот так вот подальше и уже на ее фоне будем строить. Все, еды больше нет, только вот если не считать, Макс говорит, фикс-прайс и один лимонад. Раз в 3 недели он у меня в фикс-прайсе выбирает 1 бутылку лимонада. Ну и собственно все, потом он опять на диете. Ну, лимонад он пьет напополам с бабушкой, вот я ему редко покупаю. Купили вот такой, он 25 рублей бутылочка стоила, да. Напиток Сокосот, как-то так он называется. Выделяйся. 5% сока лимон, да, с содержанием сока. Ну, в общем, вот такой. Дальше, а вот еще еду нашла. На кассе уже взяла кофе Жокей молотый, я его люблю. Средний помол, тут 50, кажется, грамм. Где написано? Ну, скорее всего, 50. А, нет, 100 грамм, нет-то 100 грамм, видите, обманываю. Высший сорт, ну, хороший, я его уже брала, мне нравится. Вот. Кстати, у нас в фикс-прайсе средняя цена 50 рублей, а вот корзинка шла по 55. Она единственная по 55 у меня в покупках. Так, ну из интересненького. На кассе тоже увидела вот такой дезодорант. Утонченный аромат написано. Свис. Ну, вот эта вот фирма очень часто лаки фикс-прайсу предоставляет для волос. Распыление давайте глянем. Вот такое. Ну, аромат такой, знаете, цветочно-приятный, но в то же время вот
бьет в нос, как вот как у лака для волос. Все равно есть вот это вот. А уж как будет защищать, я могу сказать только в пустых баночках. Пока ничего не скажу. Дальше. Взяла нужный продукт. Мне нужна мыльница под хозяйственное мыло. Мыльница шла 16,60. То есть 3 штуки. По 50 рублей. Очень удобная. Водичка стекает вниз в поддон. И удобно его вынимать. То есть она не разваливается в руках. Удобная. Мне такая нравится форма мыльницы. Максимка взял светильник. Как увидел котенка. Котенок тем более на нашего Кузю похож, который у нас жил до Степы. Ну, мимо котят мы пройти не можем. И вот такой котенок теперь нам будет светить. Светильничек удобный ночью, в розетку втыкается, тут переключатель. Лампочка идет 7 ватт. Вот она там в комплект уже входит. Ну, хорошая вещь. Я сама люблю такие вещи. Так, еще взяла вот такой фонарик для чтения с 3 батарейками. Написано, что будет хорошо светить. Можно вешать прямо на книжку, вот как здесь. Очень часто бывает такое, что у нас папа уже уснул, а мы с Максимкой свет выключенный, а хотим еще почитать ему потихоньку книжки. И вот будем вечерком пользоваться. Ну, именно в те моменты, когда уже свет выключен, а хочется еще почитать. Вот кнопка для включения-выключения. Написано, что 2 ярких светодиода. Надеюсь, что это так. Ну, посмотрим. Что-то мне самой так захотелось. Я люблю вот какие-то такие светильнички разные, фонарики. Это Макс в меня, наверное, этим. Так, Максимка себе взял для радости вот такие липучки. Игрушка прикол прилипала. В общем, можно, вот она, видите, такая липкая. На пальчик одевается вот это колечко. Натягиваешь, и можно, в общем, с соседской парты таскать какие-то предметы. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. В общем, вот тут видно, да, прилипает к бумажке и стянул. Вот. Будет так записки лепить. Разные были. Мы взяли вот с ладошками, были с бабочками, были вот такие типа паутинки. Ну вот видите, есть еще тритончики красные. Ну, там было 3 или 4 вида действительно. Макс выбрал лапки. Тут написано прилипает, тянется, удиви друзей. Вот. В общем, Макс к школе готовится, да, по-своему. Игрушка липкая из термопластичной резины. Вот так написано. 4 штучки в комплекте. В общем, интересный такой вот прикол. Так что будем прикалываться. Куда мне поставить, чтобы было видно? Давайте вот так немножко. Так, далее. Вот я сейчас вместе с камерой упаду. Я, как всегда, начинаю снимать и поехала двигаться. Да? Давно у Катюшки Потяковой видела, она брала даже не одну такую вот скатерть, как это называется, салфетка декоративная, антискользящая, 30 на 60 сантиметров, очень удобная, но у нас их не было, вернее, я попадала тогда, когда их нет в продаже. Можно обрезать ее ножницами, размер менять, легко чистится, защищает поверхности от механических повреждений, предотвращает скольжение. Ну, в общем, очень многие девочки используют вот эти симпатичные салфетки для съемки роликов. Я думаю, мне оно тоже не помешает. Если даже не для роликов, то на кухне такая вот вещь очень даже пригодится, как скатерть. То есть есть куда постелить в любом случае. Вот я посмотрю, если мне она понравится как скатерть, то, возможно, я куплю еще такую не одну, потому что есть куда стелить такие вещи. Вот, очень рада. Катюш, спасибо, что показала. Еще вот Оксана Александрова только-только купила такую же, только розовую. И вот она мне напомнила, привет тебе, Оксаночка, тоже большой. Она мне напомнила, что надо в этот раз снова посмотреть, ну а вдруг опять привезли. И действительно к нам ее привезли. Так, далее. Я себе брала коврик вот такой. Для мышки он очень оказался удобный, на нем хорошо и мышка работает, и можно делать записи на
поверхности отрывать, и всего отрывных листов 30 штук. Не надо искать бумажку, которая под рукой, все уже под рукой, тут под мышкой. Единственное, этот я взяла в подарок, не было той расцветки, как у меня, и я выбрала вот такую высотную башню. Очень красивый дизайн, тоже тут целый город на ладони. Да, 30 листов, очень удобно. Коврик для мышки плюс блокнот. И сам коврик остается, он такой резиновый, прорезиненный. Вот. То есть даже когда листы кончатся, ковриком можно еще пользоваться. Ну что ж, вроде бы все показала. Вот все мои покупки на 700 рублей. Очень удобно. Даже тут баллы на карту. Вот смотрите, тут до определенной суммы, многие спрашивали, как баллы начисляются. Я не помню, до какой, до 800 или до 1000 рублей 5% баллов начисляются, а когда выше определенной суммы, то 10. Вот мне начислили 701 рубль, я купила 35 рублей. И вот итого баллов на карте 117 стало. То есть очень выгодно, потом я могу два предмета купить по баллом с карты. Если кто-то еще не пользуется картами, вы ее приобретите. Карта стоит тоже 50 рублей, но она вам сыграет хорошую службу. Единственное, ее нужно как можно быстрее активировать в интернете. И, ну или там по горячей, ну там есть телефон на карте, горячая линия. Активировать, и вы можете следующие покупки уже покупать вместе с картой. Поэтому пользуйтесь ею, она выгодная, действительно выгодная. Вот, на этом мои покупки закончены. Мы остались с Максимкой довольны своим походом в Фикс Прайс. Спасибо всем, кто был с нами, кто посмотрел этот ролик. Всем пока, до новых встреч!